Здравствуйте! Я Евгений Папанаишвили. Приветствую вас на наших танцевальных уроках. Вместе со мной очаровательная Ира. Сегодня мы будем учить один из самых популярных в мире танцев – танец сальса. Это будут основные движения. Я надеюсь, вы готовы. Приготовили левую ногу. И раз, два, и раз, два, и раз. Очень свободно. Раз, два, и раз, два. Переносим вес с одной ноги на другую. Добавляем бедра. Раз, два, и раз, два. Мы будем использовать сейчас это движение в ритме сальсы. Четыре счета. Раз, два, три, четыре. Но мы будем делать три шага. Четвертый счет мы будем пропускать. Приготовились. С левой ноги. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. И пять, шесть, семь. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Помимо ритма, что очень важно? Очень важно правильное положение корпуса. Поэтому грудную клеточку немножечко вперед. Давайте называть вещи своими именами. Попу немножко назад. Итак, приготовились. И раз, два, три, пять, шесть, семь. И раз, два, три, пять, шесть, семь. Друзья мои, попробуем сейчас в качестве упражнения поставить ручки следующим образом. И разделить верхнюю часть и нижнюю. Мы не будем танцевать в таком ощущении, но сейчас нам это понадобится для того, чтобы верхняя часть была абсолютно в покое. Приготовились. И раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три. Наверху у нас такая своеобразная рамка. И думаем сейчас только о нижней части. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Приготовьте, пожалуйста, левую ногу. С левой ножки мы делаем небольшой шаг вперед. Точно так же, как мы это делали на месте. И раз, два, три. С правой назад. Пять, шесть, семь. Все время переступаем три. И пять, шесть, семь. Ну что, друзья, а теперь попробуем станцевать это основное движение под музыку. Приготовились. Начнем с упражнения. И потом перейдем в свободный режим. Поехали. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Эй! И раз, два, три, пять, шесть, семь. Раз, два, три, пять, шесть, семь. И раз, два, три, пять, шесть. Ну что ж, друзья, мы прощаемся с вами совсем ненадолго. Я надеюсь, что вы к следующему уроку отработаете те фигуры, которые я вам показал. До встречи!